Если мы говорим о будущем в России лет через 30, я вижу великое будущее из России, потому что если мы обратимся к пророчествам Иоанна Богослова, к пророчествам, безусловно, Нострадамуса и Катрена Нострадамуса, все эти пророчества сводятся к России, о великом будущем и спасении именно из России. К сожалению, это не нынешняя власть, но нынешняя власть даст очень сильную базу для развития полноценного будущего спасения всего мира.